Всем привет, это FreeStudio21.com. Продолжаем разбирать Developing Vocabulary, Prepositional Phrases из Gateway B2+, 5 юнита. И мне захотелось сделать вот это пятое упражнение. Оно, пожалуй, самое интересное на всей странице после первого. И здесь нужно вставить различные фразы. Эти фразы могут быть отсюда, скорее всего, это все эти фразы и будут. Трудность состоит в том, что... Здесь, конечно, с одной стороны, хорошо то, что даны вот предлоги, опять же, вот здесь, вот здесь, вот здесь вот что-то стоит. А с другой стороны, нужно вставлять не обязательно выражение. Возможно, придется вставлять просто предлоги, возможно, даже просто слова. Как бы то ни было, it has now become the norm in many countries to ban smoking indoors. Сейчас стало нормой во многих странах запрещать курение в помещении. But in addition, я ни секунды не сомневаюсь, in addition to those laws, important cities such as Chicago and Los Angeles have already passed laws banning smoking outdoors in parks and beaches too. Но вдобавок к этим законам, такие города, как Чикаго и Лос-Анджелес, уже приняли законы, которые запрещают курить в общественных, ну скажем так, вне помещения, в парках и на пляжах также. Others are on the verge of. Это стопроцентная гарантия, on the verge of. Вот-вот присоединяться к ним, то есть на грани, скажем так, присоединения. The decision against smoking indoors, чего-то там, значит, on the, чего-то там, being a popular one, значит, здесь on account of, я ни секунды не по причине, on account of the clear evidence of adverse health effects, with thousands of passive smokers dying each year. Значит, решение против курения в помещении чего-то, я, допустим, не знаю, там опять чего-то, on the, чего-то там было популярным по причине ясного свидетельства о серьезных проблемах со здоровьем у тысяч пассивных курильщиков каждый год. Значит, что у нас здесь может быть? The decision against smoking indoors. Я бы поставила... Здесь явно вводная фраза какая-то, поэтому я поставлю on the contrary. On the contrary, наоборот. On the contrary. Мне не нравится это on the contrary. Ладно. Я не буду его ставить, я лично сомневаюсь. Ладно, пойду дальше, возможно, мне придет в голову умная мысль. But whilst most people agree that the initial measures were sensible and necessary, are the risks чего-то second-hand smoke so clear outdoors in a park or on a beach, for example. О боже, пока дойдешь до конца, забудешь, с чего начал. В то время как большинство людей согласны. Ага, здесь, я думаю, будет do agree, действительно согласны, что эти меры, первые вот эти меры были разумными и необходимыми. Are the risks, значит, of second-hand smoke so clear outdoors? Are the risks of, the risk of, значит, риск пассивного курения... Допустим, так ли явен он. Далее, annoys some people, значит, наверное, what annoys some people, что и раздражает некоторых людей, и курильщиков, и не курильщиков, is that governments are чего-то там too restrictive on the freedom of the individual. The governments are... Я бы сказала way too restrictive, уж слишком, в каком-то смысле слишком уж ограничивают свободу. Далее, так, and they also claim that an enormous amount of money will have to be spent всегда с on, putting signs up in parks and on beaches, telling people that they can't smoke, as... Чего-то там, as signs informing them, ага, as long as,
поскольку, значит, тратить деньги на таблички в парках и на пляжах, которые говорят людям о том, что нельзя курить, значит, насколько таблички информируют о ближайших местах, где это курение разрешено. On the other hand, organizations campaigning against, это 100%, campaign можно либо against, либо smoke, либо for. Здесь 100% against smoking in public places argues that some children are becoming smokers just as a result of результат кого чего. Если у нас кого чего, это родительный падеж, значит 100% of. Значит, of bad influence of seeing adults smoking in public. Значит, организации, с другой стороны, организации, которые проводят кампании против курения в общественных местах, утверждают, что некоторые дети становятся курильщиками в результате плохого влияния, значит, взрослых. Они видят, как взрослые курят. In May 2010, California governor Arnold Schwarzenegger lifted a ban. Вот это хорошая фраза. Lift a ban – это отменить запрет. Отменил запрет. Вот так вот. Значит, on smoking in parks and on beaches, saying that he felt that legislation was going too far, наверное, and intruding on the rights of the individual. Итак, в мае 2010-го губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отменил запрет на курение в парках и на пляжах, утверждая, что он считает, что законодатели зашли слишком далеко и, значит, вторгаются в права человека. Could the, чего-то там, that the governor is also a keen smoker of expensive cigars have had anything to do with his decision? Могло ли что-то там, что губернатор также курильщик дорогих сигар, может ли это иметь какое-то отношение к его решению? Could the lift или that the governor is the fact, наверное, could the fact. Мог ли факт, что губернатор также курильщик, иметь какое-то отношение had to do with? Интересная фраза. Значит, если у вас, допустим, такое something has to do with something. Значит, что-то имеет отношение к чему-то. Что-то связано с чем-то, можно так говорить. Что-то имеет отношение к чему-то. Вот так вот. Итак, вернемся теперь назад. Я хочу все-таки поставить здесь этот пробел. Итак, the decision against smoking indoors on the. Мне почему-то хочется on the other hand здесь поставить. Значит. On the other hand. Ну хорошо, я поставлю on the other hand. Я не вникаю сейчас в содержание, просто потому, что оно здесь подходит. Значит, the decision against smoking indoors. However, наверное. И on the other hand. Боже мой, все, масло масляное получится. Не очень красиво. Значит, ага, on the contrary. Вот так оно будет. Наоборот. Contrary. Значит, решение против курения в помещении напротив было популярное. Значит, теперь надо подумать, что здесь может быть C. The decision against smoking indoors. However, я поставлю. Однако. Однако, решение против курения в помещении напротив было популярно. Да, вполне может быть, почему бы и нет. Из этого мораль. Когда вы делаете подобные упражнения, обращайте внимание на предлоги, которые стоят возле пробелов. Иногда это очень важно. Если вы знаете выражение, вы можете подобрать просто даже. Вот, on the other hand, on the contrary у меня подозреваемый, on behalf еще может быть, но of должно тогда стоять, у меня его нет. И таким образом я рассуждаю, что вот это может быть, это не может быть и так далее. Далее, обращайте внимание на падежи. Хоть в английском языке нет никаких падежей, если так фактически, то тем не менее
Вы ставите off каждый раз, когда дальше у вас стоит кого-чего. Родительный падеж, у вас будет off. To, если у вас стоит дательный падеж, кому-чему, вы переводите и вы видите, что кому-чему получается. Значит, это явное to. With или by, это когда кем-чем, творительный падеж. Опять же, вы перевели, посмотрели, у вас подходит, вполне может быть. Не факт, но вполне может быть. Это ваш подозреваемый. Поэтому исходите из этого. Как бы то ни было, запоминайте все эти фразы. Они очень нужны, они полезные. Postposition – это великолепная штука. Нужно запоминать слова не просто слова, а с предлогами, которые перед ними стоят, после них стоят. Это важно, дабы не вляпаться, дабы не сказать какую-то глупость. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.